всем. Сегодня я получила свою посылку из магазина «Малоопт» и буду вам показывать и рассказывать, что же я заказала. Ссылку на магазин я оставлю в описании под этим видео. И все товары, которые я заказываю, также оставлю в описании под этим видео. Посылку я уже распаковала на новой булочке и сейчас буду вам показывать. Заказала вот такие силиконовые буквы большие. Набор фруктиков. Такие силиконовые мишки, уточки и зайчики. И морской наборчик. Масло кокосовое 900 грамм заказала. Килограмм каустической соды. Видите, как все хорошо запаковано, чтобы ничего не рассыпалось. 2 килограмма аммония бикарбонат. Вот такой флакончик 150 миллилитров. Атласная лента. Ширина 2 сантиметра. 36 ярд. Сухой ланолин 50 грамм. Экстракт CO2 каштана. И масляный экстракт пиявки. Всем советую этот магазин, мне он очень нравится, и заказываю ее всегда только в нем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока!